Одна из самых известных пещер Андалусии находится рядом с небольшим курортным городком Нерха и носит одноименное название. Городок нас не интересовал. Сюда мы приехали исключительно ради знакомства с пещерой, открытой всего 60 лет назад. И утром, прогуливаясь по парку, ожидали начала ее осмотра. А далее, для знакомства с пещерой, я воспользуюсь помощью аудиогида и одновременно для поля полного восприятия постараюсь показать отрывки фильма и некоторые экспонаты из городского музея, связанного с пещерой. После спуска по лестнице и проходу по достаточно длинному туннелю мы попадаем... Вы находитесь в зале-вестибюль, одном из трех внешних залов пещеры. Свое название он получил благодаря тому, что примыкает к залам галерея и грот. Эти залы были местом обитания доисторического человека. В ту эпоху в них снаружи проникало естественное освещение. В результате природных процессов с конца медно-каменного века, которым датируется последнее заселение пещеры, устья залов начали постепенно сужаться. В течение большей части позднего палеолита пещера была обитаемой, а заселения носили сезонный характер. В эту эпоху вследствие последнего ледникового периода береговая линия сместилась на 4 километра от нынешней. Во время последней Мадленской фазы палеолита 12500-10800 лет назад пещера Нерхи практически всегда была заселена. В эпоху эпипалеолита, примерно 10500-7000 лет назад, после завершения ледникового периода, побережье приобрело вид, напоминающий современные отвесные утесы, а в рационе обитателей пещеры значительную часть стали занимать скальные моллюски. Обнаруженный в этом зале крупный слой практически полностью состоит из створок мидий. В некоторых местах его толщина достигает 1 метра. В расположенном рядом зале грот в ходе раскопок были найдены одни из самых хорошо сохранившихся на Пиренейском полуострове останков захоронения данной эпохи, которые ласково прозвали «пепитой». Увидеть их можно в музее Нерхи. Самый верхний археологический слой пещеры относится к поздней доисторической эпохе, которая включает все этапы неолита – 7000-4500 лет назад и медно-каменный век – 4500-3000 лет назад. В этот период пещера выполняла функцию жилого помещения, склада и загона для скота. Перед нами открывается удивительный вид – гигантская колонна высотой 32 метра, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире, а у ее подножия – беспорядочное нагромождение камней, в котором смешались сталагмиты, блоки и колонны. Невероятная композиция, давшая залу свое название, стала результатом сильнейшего землетрясения, которое произошло в этом регионе примерно 800 тысяч лет назад. На дне этого зала располагается самая низкая точка пещеры, которая на 31 метр ниже уровня входа. Пещера представляет собой удивительный экологический объект, так как в ней обитает целая группа разнообразных созданий, для которых подземная среда – единственная форма жизни. Например, троглобионты – группа живых существ, которые не могут существовать за пределами пещер. Они на морфологическом уровне адаптировались к условиям этой подземной среды – полной темноте, повышенной влажности, отсутствии циклов дня и ночи. Еще один занимательный вид живых существ – микроскопические организмы, образующие так называемый «зеленый пещерный налет». Это сообщество микроорганизмов состоит в основном из очень резистентных цианобактерий и микроводорослей, которые обладают способностью к фотосинтезу и успешно развиваются под действием искусственного света. Исследование этих микроорганизмов имеет первоочередное значение для обеспечения сохранности пещеры, так как они могут нанести ущерб поверхности спелеотем. Именно по этой причине наскальные рисунки пещеры Нерхи не освещаются. Музей Нерхи находится в центре городка и располагается на нескольких этажах современного здания. Основные музейные экспонаты я уже показал, и подробно останавливаться для осмотра остальных экспонатов нет необходимости. Археологическая часть музея занимает 2 этажа, а зал 3-го этажа отдан современному искусству. Что касается самого городка, то несмотря на восторженные отзывы некоторых туристов, ничего особенного в нем нет. Нерха – это далеко не испанский Сан-Себастьян.
Одно из немногих интересных мест – обзорная площадка, называемая «Балкон Европы», с симпатичным рестораном, с отличной панорамой, где приятно выпить чашечку кофе и поглазеть на скалы и море.